Дорогие друзья, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина, и в этом видео мы поговорим на тему, есть ли анализ крови, который может точно сказать, есть у вас какое-либо онкологическое заболевание или нет. Вопрос действительно очень важный. К сожалению, данный анализ очень мало из врачей, кто назначает, мало пациентов, кто все-таки сдает его. Поэтому я хочу, чтобы каждый из вас знал, что такой анализ существует и что вы можете, соответственно, узнать, есть ли у вас какое-либо онкологическое заболевание, происходят ли изменения в вашем организме. Поэтому смотрите сегодняшнее видео, все четко расскажу. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Обязательно пишите темы, вопросы, которые вы хотите разобрать в следующих видео. И мы обязательно их разберем. Ну что, друзья, самый первый анализ. Вот меня, кстати, часто пациенты спрашивают, зачем, допустим, на диспансеризациях, на каких-либо обследованиях просят сдать общий анализ крови. То есть показательный ли он? Я начну именно с этого анализа, потому что, к сожалению, многие думают, что это такой вот анализ, который ничего не показывает. Общий анализ крови – это хороший очень анализ, да, в качестве того, чтобы посмотреть, что происходит в вашем организме. То есть анализ крови показывает, во-первых, нам количество эритроцитов, да, все ли хорошо именно с эритроцитами, количество гемоглобина, лейкоциты, показывает тромбоциты и многие-многие другие показатели. То есть по одному анализу крови мы можем уже заподозрить то или иное заболевание. Если мы говорим про онкологическое, да, заболевание, то все, я думаю, знают, что как раз-таки снижается гемоглобин. Причем он снижается значительно. Допустим, был 120, стал 80. То вот здесь это яркий прогностический симптом, что нужно уже обследоваться и узнавать, где есть тот или иной онкологический процесс. Потому что, скорее всего, при таком показателе он развивается, если не было каких-либо других причин, ну, допустим, там, роды, операции какие-то, да, то в других случаях, скорее всего, это злокачественное образование в организме. Дальше, безусловно, это лейкоцитарная формула. Количество лейкоцитов, вообще в целом лейкоцитов в общем анализе крови, и лейкоцитарная формула показывает нам, есть ли какое-либо воспаление в организме. Дальше, С-реактивный белок. То есть даем общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и с С-реактивным белком. Это очень для нас, вообще для врачей прогностически важный анализ. То есть мы, во-первых, смотрим, все ли хорошо с тромбоцитами, нет ли никакой тромбоцитопении, может быть проблема в свертывании крови, да, сколько эритроцитов, сколько гемоглобина, есть или нет воспаления. То есть и в качестве онкологической настороженности данный анализ очень хороший и прогностически очень достоверный, да, который показывает нам, все ли хорошо в организме. Вот для чего на всех диспансеризациях, на различных медосмотрах просят данный анализ сдавать. Поэтому относиться к нему нужно очень-очень внимательно. Друзья мои, специально для мужчин я разработала препарат «Мужская мощь». Препарат, который оказывает воздействие на вашу потенцию, повышает ваше либидо, увеличивает тестостерон, потенция становится лучше, намного лучше. Используется в качестве профилактики и в лечебных схемах, когда мы говорим про различные эректильные дисфункции. Абсолютно натуральный состав. Содержит цинк, селен, витамин С, витамин D3, натуральный экстракт женьшеня и йохимбина, который с первых дней приема оказывает воздействие на вашу
потенцию, так как является природным афродизиаком. Абсолютно натуральный, я слежу за качеством, я слежу за производством. Принимать по одной капсуле два раза в день. Банки хватает на курс на месяц. Я рекомендую длительный прием, регулярный длительный прием для достижения самых сильных результатов. Ссылка будет первая в описании под этим видео. Переходите, заказывайте, пробуйте и ощущайте эффект мужской мощи. Дальше, друзья мои. Значит, с общим анализом крови разобрались. Действительно, анализ очень хороший, очень показательный и очень достоверный. Дальше. Многие спрашивают, да, то есть все по общему анализу хорошо, но как более достоверно узнать, есть ли какая-либо опухоль и развитие онкологического процесса. Так вот, в этом случае можно сдать анализ крови на лактат-дегидрогеназу, да, так называемая ЛДГ. Это фермент, название, когда мы видим аза, относится к ферментам. Соответственно, и вот этот лактат дегидрогеназы обеспечивает хорошую работу раковых клеток, хороший рост. То есть лактат дегидрогеназы питает раковые клетки. Соответственно, если мы видим повышение ЛДГ, соответственно, нарастание ЛДГ, то это говорит о том, что активно развивается злокачественная опухоль. Также в лактат-дегидрогеназе есть разные изомеры, их 5 разновидностей, поэтому желательно сдавать данный анализ вместе с изомерами для того, чтобы было понятно, где именно находится и как быстро вот этот лактат нарастает. Действительно, анализ очень показательный. Обязательно, если вам его назначили, если врач уже заподозрил развитие онкологического заболевания, не отказывайтесь, делайте данный анализ вовремя для того, чтобы выявить онкологическое заболевание и посмотреть, как оно развивается. Конечно, это важно, это очень нужно делать для того, чтобы следить за вашим здоровьем. Друзья мои, вот такие, кажется, очень простые, но действительно показательные анализы, которые ты можешь сдать и уже четко понимать, что происходит с твоим организмом. Я жду ваши вопросы, ваши комментарии в описании под этим видео. Обязательно делитесь вашим мнением. И, конечно же, мужская мощь стоит всегда на страже вашего здоровья. Поэтому заказывайте и ощущайте эффект.